Друзья, добрый вечер. Сегодня решил записать такое коротенькое видео. Готовить ничего не буду. Будем пробовать вместе делать нутеллу без пальмового фета. Точнее, пальмового жира или пальмового масла. Все прекрасно знают, что сейчас во всех сладостях добавляется это вещество. И каждый спорит, вредно оно или не вредно. Не знаю. В одном месте пишут, что вредно, в другом уверяют, что не вредно. Но, во всяком случае, я бы не стал бы давать своим детям нутеллу с пальмовым жиром. И я решил попробовать сделать это, друзья мои, из 4 ингредиентов. Так что сейчас я вам покажу, что я беру для этого, и забросаем все в миксер. И посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, ребята, всем поклонникам здорового питания. Значит, я возьму вот эти вот феники. Они сладкие, вместо сахара. Здесь их у меня 12 штук. Для начала я их залью водой, горячей. На 10 минут. Чтоб они размягчились. Потом эту воду сольем. Итак, друзья, наши феники уже размякли. Сейчас я солью воду. Так, и приступим. Для начала возьмем наш лесной орех молотый. Здесь в этом стакане 150 грамм муки помещается, я замерял. Значит, возьмем 150 грамм. Ореха. Так. Миндальное молоко. Миндального молока мы возьмем 125 грамм. Посмотрим, может быть, добавим еще. Итак, феники у нас готовы. Шоколад у нас здесь. Сразу сейчас пол чайной ложечки ванилина бросим сюда, в стакан. Итак, высыпаем наш стакан лесных орехов, наши феники, выливаем сюда миндальное молоко, и мы кладем наш шоколад. Ну что, друзья, теперь приступим к миксованию. Итак, друзья мои, прошло 20 минут, и наша нутелла выглядит приблизительно вот так. Надо как-то остановить эту машину. Так, друзья мои, смотрите. Вот такой консистенции. Не похоже на нутеллу? Сейчас мы ее перельем в банку
и должны поставить в холодильник на сутки. А там уже будем есть. Вот. Сейчас еще раз попробую. Скажу вам. Ой, ребята. Блин, вкусно. А еще вкуснее, знаешь, что это без этого. Без пальмового жира, без пальмового масла. Короче, друзья, делайте. Да, я сюда еще 3 чайных ложечки сахара добавил. Теперь вообще самое нормальное стало. Так что, ребята, всем пока. Ешьте на здоровье и будьте все здоровы. Пока-пока.